Добрый день, мои милые зрительницы! Добро пожаловать на мой канал! Благодарю вас за поддержку моего начинающего канала подпиской и лайками. Изначально из твида шили только мужскую одежду. Моду на твидовую женскую одежду несла неподражаемая Коко Шанель в 1950 году. Жакеты и юбка из твида пришлись дамам по вкусу. Современные модницы до сих пор носят одежду из этого роскошного материала. На сегодняшний день из твида шьют не только жакеты и юбки, но и платья, пальто, головные уборы, сумки и многое другое. Любое изделие из твида, даже самого простого кроя, будет выглядеть женственно, элегантно, стильно и дорого. Вещи из твида не мнутся, долговечны в носке. Стирать их стоит вручную, а утюжить только наизнанку и через влажную ткань. Тогда материал не повредится и сохранит свой изначальный вид. Твид очень теплый, так как состоит из обработанной особым образом шерсти. Ткань мягкая, не стесняет в движениях, мягко ложится по фигуре. Для женской одежды в состав добавляют хлопок, лен, шелк, поэтому ткань легкая и теплая. Роскошные твидовые костюмы очень универсальны. Пиджак и жакет превосходно будут сочетаться как с легкой юбкой, так и с классическими брюками и даже с джинсами. А юбка из твида с любой блузкой, водолазкой или свитером. Стильно и элегантно будут смотреться твидовые костюмы, состоящие из жакета и шорт или брюк. Многие дизайнеры презентовали твидовые платья на осень 2021 в своих коллекциях. Обувь к ним может быть разной и на плоском ходу, и на каблуках. Твидовая вещь, возможно, не самая бюджетная, но она того стоит. Если вы выберете классическую модель, то вещь прослужит вам много лет, а образ будет всегда элегантным, женственным и роскошным. Лучше от вас спасибо – это подписаться и поставить лайк. Приятного вам просмотра!